Всем привет, дорогие мои, с вами Кунынова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это мои пустые баночки, причем такое огромное количество очень опять накопила. Ну что ж, как обычно, что-то новенькое, буду очень долго про это рассказывать и подробно, а то, что вы видите каждый раз в обзоре, буду быстренько просто перечислять. Во-первых, идут таблетки для посудомоечной машины, это 20 таблеточек в упаковочке, очень хороший экологичный состав, можно зажать пальчиком, почитать, правда, действительно, нам очень-очень нравится, все очень хорошо отмывают, у них есть единственный недостаток, они, к сожалению, их нужно каждую открывать и класть, а вот, но это мелочь, из недостатка все. Артикул 360. Далее, как приятно это осознавать, что теперь салфетки-ловушки в нашей компании. Ну вот, можно посмотреть, сколько стирок воспроизведено. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 100 стирок. Да, 100 стирок, одна салфетка, одна стирка, 20 салфеточек в упаковке. Они действительно классные, действительно белье становится с ними намного лучше. До этого я их заказывала на маркетах, сейчас я их заказываю у себя. Артикул 30, 844. Безумно огромное количество гелей, всяких кондиционеров. Во-первых, кондиционер для детского белья 115-16 закончился. Очень нравится. Расходуем еще, получается, прошлый такой вариант. Далее концентрированный гель для стирки черного. У нас его уходит мало, потому что саму по себе черную одежду мы не особо покупаем, не особо любим. Может быть, вот так вот даже аннотацию увеличить, да, чтобы было удобно. Отличный такой кондиционер, обновляет черные ткани. В общем-то, здорово. Вся продукция для дома экологически чистая, биоразлагаемая и не наносит вреда окружающей среде. Далее много-много концентрированного геля для стирки. Я даже не знаю, сколько штук. 3, так, 4, 5. 5 штук геля для белого, 20 стирок. Артикул 118-42. Мой, наверное, самый такой любимый, самый, наверное, крутой такой аннотации. Он практически без запаха идет, без всего. Отстирывает от 20 градусов. Уже есть результат, состав у него хороший. В общем-то, все прямо в радость. Как обычно, да, закончилось. Ну вот считайте, я, наверное, около месяца не снимала. Дальше мой любимый ультракондиционер для белья. Даже не знаю, сколько штук, потому что если гели мы используем разные, то ультракондиционер один и тот же наливаем. Вот, значит, у меня закончился восточный пион, который на 30 стирок. Артикул 118-53, но я даже больше немножко добавляю. Мне нравится его реально такой классный аромат, просто суперский. Ну, я не знаю, сколько это, может быть, месяца за два, наверное. Далее у нас идет гель-концентрат для стирки белого белья. Это новейшая новинка. Мы стираем Викины застяки только им. Ну, потому что стираем очень часто. И постельное белье у Виктории мы вообще меняем каждый день по два раза. Пошла в школу во второй класс. Нам 10 лет. И уплывает в кровати ежедневно по нескольку раз за ночь. Может опять начинать уплывать. Мы очень расстроились, потому что мы вроде бы от этого избавились. И опять вот по две стирки в день стираем и стираем постельное белье. В общем-то, но нам сказали, что там памперсы, еще что-то расходовать, ну, нельзя, чтобы ребенок вообще потом, когда стал взрослый, уже вел себя нормально и не убегал по ночам, как говорится. Так, дальше концентрированный гель для стирки цветного. Вот, артикул 308-42. Ну, вот что-то цветное, там платье, еще что-то. Мы, конечно, им стираем. У Вики много таких дорогих платьев. У меня тоже много таких дорогих платьев. И мы сейчас стираем концентрированным гелем для стирки. Один 3 в одном, другой обычный. Но вот честно, я не заметила абсолютно никакой разницы. Один, значит, простой, который, да, для особых тканей 118-40. И концентрированный гель 3 в одном для стирки деликатных тканей 308-40. Честно, разницы не заметила между ними абсолютно никакой. Далее еще один, старая версия, концентрированный гель для стирки белого белья остался, 115-15. И вот в перемешку с этим, например, да, вот если их сравнить, мне все-таки кажется, что вот этот как-то лучше. Или, может быть, мне просто кажется. Вот, но как будто ткань с него мягче, лучше, как-то вот, знаете, ну, лучше все. Вот по ощущениям, по ткани, что гладить намного легче. Да, то есть этот 115-15, а этот 305-15. Вот даже не знаю, оба 0+, этот дерматологически протестированный, этот тоже с гипоаллергенной отдушкой. Да, у них у обоих нет запахов. Но вот как таковое, вот корректно сравнить, мне кажется, вот этот, скорее всего, лучше, который с ионами серебра идет, потому
что он как-то вот, как будто белье, вот знаете, мягче, как-то вот приятнее оно идет, как-то вот меньше кондиционера, что ли, уходит. Далее парфюм для стирки добавляем везде. Очень нравится этот аромат, но, честно сказать, я уже им наигралась. Это очень тяжело, вот честно вам скажу, прямо вот. Вот смотрите, его добавляется при стирке вместе с порошком. То есть мы открываем машинку, и начинается первый отдел предварительный, если стирка есть, мы туда пятновыводитель кладем, да, вот этот вот, ну или вот этот, не знаю, да, то есть всегда, то есть мы не ждем, когда что-то там, пятна какие-то, еще что-то, всегда что-то добывает, да, то яблоко в кровати кое-кто оставит, то еще что-нибудь, да, то есть, ну, всякое бывает, мы не смотрим, есть, нету, мы просто вот это вот кладем. И вот знаете, сначала первый этап это. Второй этап уже сам порошок. Третий этап кондиционер. И вот я понять не могу, вот это-то куда? Это только, мне кажется, нужно, вот эти вот гранулки, они нужны только для того. Ну, запах, конечно, обалденный. Просто обалденный аромат, очень приятный. Они, мне кажется, нужны, знаете, для чего? Для того, чтобы белье на хранение, да, на хранение куда-то вот убирать. Ой, очень приятно, потому что мы его просто добавляем для аромата, да, и получается кондиционер плюс парфюм для стирки в гранулах, и ничего не понятно, куда столько много всего. Вот, поэтому я решила, что я пока не буду этим делом баловаться, все-таки я выберу кондиционер, потому что с кондиционером проще и легче все-таки гладить белье, там еще что-то, ну, хотя мы сушим под глажку, да, постельное белье. Значит, вот у этого ягодная энергия 308-47, свежесть такая, ягодная свежесть, а вот этот мой самый-самый любимый аромат такой, свежей травы зеленого луга, солнечного, прямо очень сильно солнечного зеленого луга, артикул 308-46. Они, конечно, клевые, классные, обалденные, но, извините меня, куда столько сыпать в белье, ничего не понятно. Вот, в детское тоже мы не добавляем, но на всякий случай я закажу. Например, что-то где-то хранить, вот оно как раз, когда хранится, оно долго сохраняет. Далее, биопятновыводитель, раз, два, три, 4 Home Nom Greenly. Как вы видите, у меня тут два пятновыводителя. Это для жесткой воды, это для обычной воды. Но, на мой взгляд, оба работают хорошо. Я не увидела особой разницы тоже. Может быть, у нас средняя вода, не супер жесткая, да? 119,84 для жесткой воды. И 327 для обычной воды, вот этот вот германский. В принципе, все пятновыводители оба делают и чистку ковров, и выведение пятен и замачивание, чистка кухонных поверхностей очень хорошо справляются. И, конечно же, стирка, столовые приборы с ними блестят, да, то есть мебель где-то можно им замочить, и он не выведет цвет, а выведет только пятно. Вот это вот прям шикарно, вот очень шикарно. Так, дальше средства универсальные. Его мы добавляем в робот-пылесос, обрабатываем ручки, двери и так далее. Артикул 301-36, оно очень хорошо действует против бактерий и вирусов, эффективно дезинфицирует поверхности, можно гаджеты им спрыскивать, очень нежный такой вот, полы, мебель, оргтехника. В период обострения вирусных заболеваний можно просто все ручки пройтись, воздух побрызгать, да, то есть и так далее. Очень удобно. Дальше, узнаете, это прям находка. Освежитель, аромат лаванды, мне очень понравился. Во-первых, удобный распылитель, закрывается, открывается. Во-вторых, обалденный, просто очень приятный для меня лично аромат. Я лаванду, ой, я люблю лаванду, может быть, просто из-за этого, но вот если он есть в наличии, я закажу его еще. Причем он у меня, по-моему, первый раз в пустых баночках, артикул 308-01, я его как-то вот заказала, помните, вся вот эта линейка для животных вышла, и все, я забыла про нее, поставила, оно стояло, потом думаю, господи, что ж оно стоит-то, скоро срок выйдет, и поставила на кухню. Он очень хорошо справляется с запахами рыбы, там, жареных котлет, с кошачьим лотком, в общем, на ура справляется со всем. Потом я начала уже читать, оказывается, это освежитель-нейтрализатор запахов, то есть это два в одном, а стоит довольно-таки недорого. Его можно и в туалет, слушайте, я так подумала, мы сидели с мужем, смеялись, я говорю, слушай, мы же тоже животные, его можно и в туалет поставить. Он ха-ха-ха. Вот, значит, эффективное очищение воздуха, дом без запаха животных и аромат полезный для питомцев. Шикарная штучка. Указано так, что питомцы любят этот запах. То есть у нас есть кошечка, довольно-таки привередливая, любит почихать, еще там что-то. Поэтому я как бы считаю, что да, очень хорошая штука. 308-01. Присмотритесь к нему, если у вас в доме есть животное. Написано, что он безвреден для животных. И как бы животные, наоборот, любят этот запах, любят этот аромат. Да.
Далее спрей-освежитель воздуха с антибактериальным компонентом. У нас тут что-то дочка немножко закашляла. Я сразу этот спрей достала, обрабатывала, ходила, потому что он идет с маслом чайного дерева и эвкалипта. Это как раз то, что нам нужно. То есть указано, что это защита эфирных масел, которые содержат полезные эфирные масла и антибактериальный компонент, который придает свежий натуральный аромат, увлажняет и очищает воздух. Очень свежий, очень натуральный аромат. Также можно, в принципе, если есть такой вот пустой, то можно в легкую, да, вот видите, он очень хорошо распылял бы, если бы был вообще, да, то есть тут немножечко остаточки есть. Просто воду накапать наших эфирных масел, и тоже неплохой вариант получился бы. В общем, вот этот акваспрей, он идет еще на водной основе, то есть он не вредный, с натуральными эфирными маслами эвкалипта и чайного дерева, то есть очень приятная штука. И тут еще есть в составе антибактериальный компонент, также длительное освежение, ароматизация, вот тут написано «да», подтверждаю, устранение резких и неприятных запахов 100%, справляется хорошо везде, и на кухне, и в туалете. Увлажнение и осаждение пыли, пыльцы и шерсти. Действительно очень приятно, когда мы прибираемся, прошлись. Сначала мы прошлись этим спреем, а потом моем пол. И действительно какое-то такое пролонгированное ощущение чистоты в квартире есть. Плюс еще и антибактериальное все. Дальше водная основа, без спирта и пропеллентов. Вот это самое-самое важное, если вообще вы в этом доме живете. Да, то есть это самое важное, мне кажется. Дальше, значит, чистящий крем универсальный с микрогранулами. Безумно он нам нравится. Ну, вот где-то за 2 месяца одна штучка, вот по одной штучке вечно у нас уходит. И вечно оно у нас в пустышках 32-53. Отлично очищает все. Дальше, крем-паста для чистки металлических поверхностей. Артикул 30058, 250 грамм. Тоже очень нравится. Чистить, во-первых, мойку на кухне. Во-вторых, у нас есть в санузлах, в уборных, да, краны, все такое прочее. Они тоже все хромированы. Очень хорошо прямо блестит, знаете, прямо так ослепительно. Также ими можно чистить золото, серебро, еще какой-то металл. То есть он полирует, придает блеск, подходит для ювелирных изделий и мягко очищает металлические поверхности. То есть это, знаете, это такая паста, реально такая паста какая-то кремовая, очень приятная. Мне понравился эффект. Далее спрей для очищения ванн и душевых кабин. Ну вот смотрите, пустышки я 2 месяца не снимала, и получается, что вот как раз практически за 2 месяца у нас один закончился. То есть у нас одна душевая и одна ванная. Очень удобно. Цитрусовый микс. Ну, не могу сказать, что микс, не могу сказать, что прям очень вкусный, приятный аромат, но все же мы попшикали, где-то губочкой чуть-чуть поработали, так, слегонца, и то не каждый раз, и все у нас смывается. Хотя вот это тут насохшая где-то пена, да, где-то брызнули маской для волос, где-то что-то, где-то вот все равно не заметили, потому что маска светлая, у меня стены практически белые, и, можно сказать, оно сливается, и иногда вот, ну, уходишь из душа, и, блин, где-то пропустил, где-то засохло. И вот прямо видно, вот попшикала, и прямо видно, как оно начинает стекать, вот эти все сушенки, то есть они как-то вот отслаиваются мгновенно. То есть очень приятно, что не нужно долго, да, там, скрести, драить, шваркать, там, знаете, вот это вот все мучиться, там, в поте лица. Зашла в душевую, вокруг себя пропшикала, ушла. Через 10-15 минут приходишь с губкой и включаешь душ и просто начинаешь все смывать. Я еще тапочки резиновые одеваю, все-таки все равно это хоть и натуральное все, биоразлагаемое, экологически чистое, да, но все равно я считаю, что даже вот эти вот НПАВы, органические кислоты, все равно не надо. Я на коврик встаю или там на маленькую тубареточку и все просто вот смываю, смываю, смываю. Мне нравится, очень нравится эффект. Ну, в общем, косметика Faberlic, она вообще косметика для дома, да, которая мы ее и косметикой называем, мы ее не называем бытовой химией-то, да. Она как раз-таки для тех, кто любит полениться, да, что-то вот такое. Так, дальше концентрированный гель для мытья посуды. Ну, так как у нас посудомойка, мы практически все, даже то, что подписано, что нельзя в посудомойку, мы все равно кладем в посудомойку. Лень нас побеждает. Вот, значит, ароматное яблоко, просто обалденный аромат, 30094. И он еще идет против сложных загрязнений. Отлично пенится, все здорово и классно. Так, и сочный грейпфрут для мытья посуды с биоэнзимами. Тоже обалденный аромат, очень нравится. Они оба идут еще и 0+, так же, как наш. Все порошки идут 0+, тоже очень приятно и тоже против сложных загрязнений. Это обновленная такая вот серия, линейка. Так, дальше побежим. Очень нравится масло чайного дерева нам. Капаем его в увлажнители. Обычно 3-4-5 капелек, да? То есть вот Викуська поболела, мы его капаем в увлажнитель в ее комнате. Артикул 1344, 5 мл. Очень понравилось сакура матчатэ, антистресс аромат. Что-то их наличия нету. Артикул 10057. Далее губка двухсторонняя с антибактериальным эффектом 910075. Моя самая любимая. Если она есть, берите, не сомневайтесь. 910075.
25. Зайдите на сайте, посмотрите. Закончился бьюти-бальзам для любого типа волос. И я даже не знаю, есть ли он сейчас в наличии, но он один из моих самых любимейших. 88-48. Так, бежим дальше. Значит, это очень такой мною любимый восстанавливающий филлер для поврежденных волос. Артикул 82-64 тоже нравится, но много его нельзя наносить. Волосики такие жирноватые с него бывают, поэтому я его совсем чуть-чуть наношу. Могу в перемешку с этим еще как-то. Так, дальше. Ежедневки. У ежедневок артикул 112-88. У нас очень хорошие прокладки в компании Faberlic. Так, этих уже нет в наличии, смысла нет о них разговаривать. Вот эти есть, но тоже обновленный вариант. А у меня еще старый вариант был в запасниках. Поэтому 112-95 и 112-89 ночные. Ночные, вот они такие, да, и дневные. Так, дальше. Бальзам восстановления и уход. Артикул 8750. Понравился, клевый, классный, пользуюсь с превеликим удовольствием. Он такой белый, непрозрачный, с волос не течет, там не капает, нанесли. Можно, там, например, да, я голову помыла, промокнула чуть-чуть полотенчиком, нанесла бальзам. Ну, это по совету, да, моего парикмахера нанесла. И потом уже начинаю делать все, что хочу. Мочалкой мыться, умываться, маску на лицо наносить. То есть, ну, все, что захочется. Иногда, конечно, передерживаю, но я думаю, ничего страшного. Волосы берут столько, сколько им нужно. Мне кажется, с перебором никаких проблем не будет. Далее, репейный бальзам. Сила волос. Масло дикого репейника. Очень вкусный аромат. Во-первых, мне безумно понравился. Во-вторых, что я оценила, это то, что волосы такие мягкие, легкие, пушистые, воздушная после него, но не лохматая. То есть такие хорошие, классные волосы. 29-58, очень достойный бальзам. И он подходит под все шампуни, абсолютно под все, потому что с разными шампунями, то есть, ну, бальзам он меньше заканчивается, да, чем шампунь. Шампунем мы два раза голову всегда моем, а бальзам мы один раз наносим, смываем. Очень приятно. Запах просто бомба. Я чувствую, что тут что-то еще осталось. И он очень даже экономный, очень приятный. Далее моя любимая масочка Everstrong, артикул 18-82, восстанавливает, питает материю по всей длине волос. Ну, тут уже все, да, как видите, пусто. Очень приятный такой сладкий аромат. До этого, если честно, аромат был лучше травки. Сейчас просто такая, знаете, сладость. Довольно таки приторный аромат. Насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. Тоже шикарно. Лак. Старая еще версия, но, скорее всего, он есть в наличии. 89-73. Очень нравится. Очень нравится. Прямо во всех, прямо вот, знаете, он у меня очень редко в пустышках, но прям очень нравится. Суперский. Даже мастера красоты его оценили, и он меня ни на фотосессиях, ни на форумах, нигде он меня ни разу не подвел. Даже если влажная погода. Прекрасно, просто прекрасно. Дальше. Обалденная интенсивная маска для нейтрализации желтизны осветленных волос. 27-12. Такая она, ну, она прям пустая-пустая. Вкусный аромат, хорошо держится, не течет. И действительно приводит волосы в порядок. Нет вот этого ощущения желтушной дешевой блондинки. Меня очень часто в моих обзорах спрашивают: Аня, какой краской вы краситесь? Но на самом деле тут дело не в краске, а тут дело именно в том, чтобы потом, какой дальнейший уход. Потому что 2, 3, там, 5 помылов головы, какой бы крутой краска ни была, все равно выходит немножечко потом какая-то пшеничная такая желтизна. А я не люблю. Я люблю холодный оттенок. Я вообще холодный цветотип. И мне рыжие оттеночки, даже с желтинкой, они вообще нисколько не идут. Я сразу начинаю стареть. Поэтому очень часто я пользуюсь примерно раз в неделю, наверное, этой маской. Ну, где-то 1/4 маски мне хватает, если волосы не нарощены. Если волосы я наращиваю, то они у меня чуть ниже лопаток в нарощенном состоянии бывают. И тогда может уйти даже половина маски, потому что много волос. Дальше с артикулом 87-66 шампунь-бальзам цветочная роза. Довольно так и достойный шампунь. Идет для всех типов волос. Приятный такой натуральный аромат розы, не химозный. Я не думала, что такой недорогой шампунь может быть таким классным. Действительно, очень понравился. Далее, мицеллярный шампунь. Но что мне в нем не понравилось, да, скажу вам честно, он густой. Его нужно держать наоборот, вот так. Но он постоянно падает, потому что уровень опоры маленький, и постоянно нужно стоять, выдавливать. А он очень тугой, он не нажимается, его вечно, чтобы дорасходовать до конца, встряхиваешь как градусник. Но на самом деле шампунь безумно достойный, и я просто вот его куда-нибудь вот в такое научилась переливать. Просто переливаю, вот так вот ставлю, ухожу, и он на следующий день убираю. То есть шампунем хочется пользоваться, но из-за упаковки это очень неудобно и практически невозможно расходовать его до конца, потому что так тоже где-то кто-то махнул, повернулся во время душа, все, он упал. То есть таким вот образом. 12-74. Обалденный шампунь, мягкие, приятные волосы, и он идет для чувствительной кожи головы. 12-74. Сухой шампунь.
сухой шампунь. Я тут обратила внимание, что оказывается у меня был вот такой сухой шампунь, старая вообще версия, 8228, а этот 2702, новый, обновленный. Представляете, как я прозевала? Я же могу там взять по 5, по 6 штук, потому что иногда полностью уходит за день, потому что бывает такое, что мы делаем, ну не за день, за 2, наверное, дня, потому что мы можем делать ряд причесок, и девчонки обычно, если у меня собираются на прически, то у меня и расходует шампунь. Но мне, в принципе, не жалко, я еще закажу. Он недорогой, но очень действенный, достойный. Единственное, у него есть такой небольшой недостаток, не все это любят, я это очень люблю, для меня это не недостаток, яркий аромат, безумно яркий аромат, который я могу чувствовать еще 2 часа после его нанесения. Далее, медовый шампунь, очень полюбила моя дочка, но он все-таки не для жирных волос. Он не для жирных волос. Она говорит: мам, мне нравится им мыть голову, мне нравятся волосы, после него мне все нравится. Но, говорит, волосы жирнятся быстро. Да, то есть на следующий день, вот если она с утра встала, в душ сходила, на следующий день ей все равно уже приходится мыть голову еще раз. Она говорит: нет, я лучше помоюсь своим шампунем для жирных волос. 29-20 артикул. А мне вот он очень хорошо подошел. У меня не жирные волосы, мне как-то вот повезло. Далее, прим-бомбасы мужа. Шампунь, гель для душа. Понятно, что только гель для душа он его использует. Пользует артикул 2761. Называется смешно. Массив Винсона 4892М. Поняли, да? Вот. Ну, знаете, очень приятный у него аромат. Мне нравится. Прям такой, знаете, грубый, мужской, хороший такой аромат. 380 мл он идет, то есть увеличенная версия. Муж говорит: ну никаких нареканий нет. Говорит, вещь как вещь, говорит, хорошая вещь. Далее, это идет чисто шампунь против перхоти. Муж тоже сказал нормальный, достойный, 27,59. Вроде бы так, ничего. Так, далее, вот такой вот огромный шампунь 3D Volume. Это идет как 3D объем для всех типов волос. Придает волосам дополнительный объем, восстанавливает, увлажняет волосы, насыщает питательными веществами от корней до кончиков, укрепляет. Артикул 1888. А так он плохонько стоит, но стоит. Как бы, да, можно как-то вот его еще тут немножечко подержать. На самом деле он белый такой. Непрозрачный, очень свежий, приятный такой, тоже яркий аромат, но на волосах он долго не держится, то есть вот покайфовали в ванной и все. Ох, хамигаки. Просто ох. Зубная паста «Защита от кариеса». Мне безумно не понравился этот аромат. 2673. Он у меня, наверное, впервые в пустышках. Ну, прямо очень невкусный. Мне не понравилось. Прямо не знаю, прямо фу-фу-фу. Вот честно. Прошу прощения перед теми, кто полюбил этот продукт, но я прям не смогла. Какая-то соленая зубная паста. Нет, не мое. Дальше. Антибактериальный эффект. Жидкое мыло с хлордексидином. Артикул 2717. Хорошее мыло. Мне что в нем нравится, хоть он содержит хлордексидин, но как таковой руки не сушит. Руки крема не просят. Жидкое мыло Викуськина. 3 штучки. У нас отдельная мыльца. Очень ей подходит ее ручкам. 2356. Оно идет 3+, с ароматом, знаете, такой у него очень такой приятный аромат, типа карамельки какие-то, да, леденцы. Далее, гель для интимной гигиены розовый кварц, артикул 2888, приятный, клевый, классный, все хорошо. Вот, и еще вот такой гель для интимной гигиены с афродизиаками. Вот этот мне почему-то больше понравился, 8722. Не знаю почему, но вот у этого розового кварца запах в 100 раз лучше, прямо в 100 раз. Не знаю, какой я буду из них покупать. Наверное, вот этот. Вот этот. Вот, к этому я просто, наверное, привыкла сильно очень. А вот этот мне прям очень понравился. Аромат у него приятной свежести такой, прямо гель для душа. Вот этот гель для интимной гигиены. Прямо принимаешь с ним водные процедуры и кайфуешь. Вот очень не люблю говорить плохо. Я надеюсь, его уже вывели из ассортимента. Мужской, наверное, это тонизирующий гель для душа с морской солью и экстрактом водорослей. Отлично очищает кожу, бла-бла-бла, все дела. В общем, кислятина какая-то. Вообще такой кислый запах, темно-желтый неприятный цвет. Как-то, не знаю, мужу не понравилось, никому не понравилось. И как-то вот он с горем пополам вот ушел, разошелся. Дальше, значит, оранжевая меренга. Это у нас апельсиновая меренга идет. А нежнейшая французская безе и так далее. Артикул 19.00. Безумно понравился этот гель для душа. Легкий, классный, яркий такой у него аромат, но легкий, не бьющий в нос. Да, там голова не заболит от этой вони, да? У меня мама его, в принципе, не стала бы расходовать. Она не любит такие яркие ароматы, а я вот очень сильно люблю. Дальше. Гель для душа Багамы 17.20. Тоже понравился, тоже очень приятный, обычный. Вот знаете, даже вот этим помылась, этим помылась. То, что разные запахи, ну вот, в принципе, и все. Если у этого консистенция прозрачная, то у этого консистенция
консистенция непрозрачная, такая ярко-оранжевая. Так, дальше гель для подмывания. Его, к сожалению, нету. И вообще гели для подмывания 0+ у нас теперь почему-то не производится. Артикул 1644, но моей Викуське 10 лет. И я говорю, когда вот эти закончатся из запасничков, мы на этот перейдем и все. 8722 артикул. Дальше пены для бритья. Они, значит, идут с артикулом вот это Lancelot. Как пена, оно вообще очень классное. Прямо очень хорошее. Его хвалят. Его часто у меня заказывают и на подарок, и на все. Прямо люди кайфуют. Но мы используем ее как... пену для бритья, как игры с логопедом-дефектологом, они там кисточкой, там еще чем-то делают, там с кучей пены, там ее как-то выстраивают, делают там глазки, еще что-то, и как бы оно у нас туда уходит. Артикул 0533 у Ланселота, очень классный, достойный аромат, и Венде Вентюрс, аромат нисколько не хуже, я даже не знаю, какой аромат у них лучше, да, вот, видите, прям до конца уже израсходовано. Если его очень хорошо взболтать, то пена получается такая густая и послушная. Это артикул 0520. У обоих ароматы просто шикарные. Вот вы знаете, меня всегда раздражают сладкие ароматы. Но вот этот Lancelot, я просто не могу описать, какой у него классный аромат. Пусть он сладкий, но я от него прямо обалдею. Очень вкусно. Так, дальше влажные салфетки различные. Во-первых, для экранов мониторов ежеположно тратятся 112-49. Удобно очень ухаживать за всеми гаджетами. Дальше 115-50 антибактериальные салфеточки вытираю. И то не каждый день, да, у себя со стола. Потому что бывает и тряпку просто беру, когда салфетки кончатся, за ними лень идти, да. Тряпка на кухне ближе. 305-52 это артикул очень хороших салфеток, как экспресс удаление пятен, эффективное устранение свежих пятен и загрязнений с одеждой любой сложности, тканей, с обивки, с кет и так далее. Так, бежим дальше. Это очень классный энергетический бустер с артикулом 0222 на такой классной пипеточке. Вот таким образом, да, то есть тут чуть-чуть осталось, такая вот эмульсия, такая легкая-легкая, маслянистая такая, слегка. Это не масло, а чуть-чуть уж какая-то чувствуется, да. Она, что она делает? Она восполняет в клетках энергию кожи, мгновенно устраняет следы усталости, восстанавливает здоровый цвет. В общем, перед макияжем очень удобно использовать. Я могу капнуть ее капельку, да, себе вот так на ладошечку капельку капнула, и потом еще увлажняющее средство, могу еще на Вовтема 2 также капнуть, все это перемешать чуть-чуть, да, то есть так вот взять, пальчиком распределить и на лицо, и макияж уже как-то вот лучше. Еще очень люблю смешивать вот с таким шприцом, он у меня тоже уже скоро закончится, я тогда не буду класть пустышки уже. Тоже очень нравится мне этот шприц, особенно перед фотосессией, хорошо прям разглаживает все лицо, как утюгом. Артикул 3071, да. Да-да-да, практически уже 9 лет в компании. Вместе с компанией скоро состаримся. Дальше, достойный очень крем. Тональное средство для лица Tiatrius с софт-фокусом. Оно, конечно, поблескивает, но я все это своей любимой пудрой, которая, кстати, тоже уже подходит к концу. В этом Drive Perfect Me весь блеск перекрываю. И получается просто шикарно. 66-61, плюс он идет с антибактериальным эффектом. У кого-то где-то какие-то прыщики, раздражения и так далее. Да, то есть в красные дни календаря очень хорошо его использовать. Так. Далее вот такой вот крем шикарный малофтилин, мажемся всей семьей, и дочка, и я что-то заметила, что они разненькие и по цвету, и всяко разное, но я думаю, ничего страшного. Артикул 1 709-12, очень такой жирный, классный, достойный крем от всего-всего, я его очень часто хвалю. Он приходит в такой картонной упаковочке, и можно смазывать и нос, и в носу, и горло, и где-то какое-то раздражение и так далее. После бритья он очень хорошо работает, если, допустим, сделать его еще в перемешку с Signum One. Это просто безумие какое-то, да, получается. Ну, у меня тоже тут все пустышки, да. То есть смешиваете и на прыщик. Просто идеально. А еще, если добавить капельку кислородного бальзама, просто фурор. Дальше мой любимый тоничек, увлажняющий тоник для лица. Артикул 2821. В каждом он у меня обзоре. Это теперь просто мой must-have. И от, если долго им мазать, и от коленей помогает, от боли в коленей. Ну, смотря тоже, какой вид заболевания, да. То есть он может облегчить, но не вылечить. Если вылечить, то им надо месяца 3 каждый день, 3 раза.
раза в день вот прям смазывать, не лениться, и тогда только вы увидите эффект. Ну, недельки через полторы вы увидите эффект. Есть чат по этим средствам, по всем, по чистоте. Вот нейропротектор, чистота, очень хорошо поднимает с ног парализованных людей. То есть там такие вещи написаны. Я просто вот в шоке, я прям счастлива, что чистота присоединилась к компании Faberlic. Вот он идет и для лица, и для тела. Его можно и в крем добавить, да, если вы хотите моложе и моложе выглядеть, да, его можно и просто на коленки мазать. После спорта очень хорошо сработало у меня. Сейчас я вам скажу, что. Так, значит, бальзам, растирка, пчелиный яд, плюс аргинин, плюс вот эта штука. Всего один к одному к пропорции получается, да. И когда мышцы забиты после занятий, я вот выхожу, допустим, с пилатеса, да, у меня просто верхняя поверхность бедер немеет и трясется. То есть я делаю на пределе своих возможностей. И вот это трио меня просто спасает. Я его перемешиваю и прям таким хорошим, средним, таким не сильно жирным, но средним слоем нашлепываю, да, после душа, прям отшлепываю очень сильно ноги. Сначала в душе разогреваю и потом его. Боже мой, как хорошо. Я на следующий день хожу. Да, вот знаете, после спорта на следующий день можно и не встать с кровати, будет больно. А я встаю и нормально себя чувствую. Значит, пчелиный яд у нас 12,80. Он немножко такой согревающий. Универсальный крем с аргинином, он 12,79. Он наоборот такой охлаждающий, что ли, да. И универсатор, биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Артикул 158,15. Просто чудо-гель, чудо-гель. Я не знаю даже, как мы раньше без него жили. То есть, если вы смешиваете вот это трио, то у вас получается, вы избавляетесь вообще от всех прыщей, неважно где они, от всех раздражений, раны, порезы, там еще что-то, все заживляется просто быстро. Вот это три в одном, это просто замечательная штука. Я их вместе перемешиваю, вот вы представляете, просто, ну, просто кладезь. Значит, что это? Это кислородный бальзам, всеми нами любимый, я думаю, вы знаете его. Значит, артикул 50. 8.06. Такой вот кремушка. Очень такой приятный кремушка. Кстати, вот этой капельки хватает, чтобы нанести на все лицо, шею и декольте. Вот серьезно. Очень ценная штука. Летом его от укуса комаров мы используем. Прям берем с собой куда-то. Во все поездки мы его берем. То есть он и от ожогов помогает, от того, что сгорел человек, помогает. Да? То есть все помогает. А, вот еще один бальзам расчирка. В общем, поняли, да? Аня пошла спортом заниматься, а тело вообще не готово. Да? То есть и вот такая вот у меня проблема. 12,80. Очень счастлива, что компания Faberlic может помочь мне даже в этом. Там, так, вот еще один с аргинином. Далее, вот такая сыворотка 35+, ну так как мне 2 октября уже 40 лет. Где мои 15? Да, жизнь как один миг пролетает. Надо действовать, работать побольше, чтобы детям побольше оставить. Так, значит, 0,145. Сыворотка-активатор для лица. Антивозрастной уход 35+. В принципе, она мне понравилась. По всем направлениям она мне очень-очень понравилась, но я считаю, что если мне уже 40, то 35 плюс может быть даже и слабовато, да, то есть, но я как бы не расстраиваюсь, я израсходовала нежный, клевый, классный крем, вот, то есть я вот так примерно беру этой сыворотки, и опять-таки мне очень нравится, да, то есть таким вот образом я чуть-чуть еще вот этого средства, да, капаю из шприца, ну, и шприц искусственный, да, как вы понимаете, вот, то есть перемешиваю, и все это на лицо. Просто тоже великолепно работает, еще если капельку кислородного бальзама, то тоже эффект тоже может быть потрясающий. Только немного, а то будет такой, знаете, пленкой на лице, неприятной пленкой на лице, а я это дело очень сильно не люблю. То есть таким вот образом. Дальше, туши. В принципе, две очень даже достойные туши. Next Level мне, конечно, больше всех понравилась. Я ее прям рекомендую. Артикул 55378. Она прям суперская тушь. Вообще прямо очень классная. Смотрите, да, на сайте. Выбирайте, когда себе вот попробуйте. Просто великолепная. Вот эта тушь одна из моих любимых. Ранишняя. Да, у нее такая очень густая, классная кисть. Наносится очень хорошо. Вот, тоже отличный просто эффект, 55-76, но вот это уже посильнее тушь, уже получше. То есть вот это, которую я много лет любила, конечно же, уступила Next Level. Прям серьезно вам говорю, поэтому не знаю, буду ли я еще ту заказывать, но ту я тоже люблю. Дальше, мусс-крем для умывания. Мне показалось, что у меня не такая уж и чувствительная кожа, чтобы им умываться, хотя время от времени он мне очень-очень даже нравится. Значит, артикул 12.40, это такое молочко, нежное такое прямо белое молочко.
ну понятно, да, вот оно. Наносите, значит, на кожу, умываете кожу, да, то есть оно практически не пенится, и потом смываете. Конечно, няшное, такое нежное, запах у него тоже какой-то вот такой, знаете, свежести очень приятный. Вроде бы все хорошо, но хочется что-то вот пожестче, чтобы кожа все-таки скрипела. А оно прям нежное-нежное, 12-40 артикул. Дальше ретинол, обновляющая маска для лица. Тоже мне понравилась, 2070 артикул. Делаю ее стабильно, она у меня почти в каждых пустышках. Так, допили мы, значит, вот такую штуку, экстракт бузины черной, с артикулом 157.83. Это концентрат напитка на основе экстракта цветков черной бузины. Тут у нас идет 30 порций для иммунитета. Именно для иммунитета очень хорошо бузина. Так, дальше, очищающее молочко для всех типов кожи. Нравится, густое такое, хорошее, хорошо очищает. Артикул 0971, я им снимаю мицеллярку, мицеллярочку потом влажными салфеточками, ну, если сухой умывание без ванны, да, и потом, значит, тоничком и кремчик. Очень хорошо помогает, здорово. Дальше, шикарная маска 40+, теперь она моя. Раньше я ее делала не часто, сейчас ее, в принципе, можно делать хоть 2, хоть 3 раза в неделю, теперь мне уже 40, артикул 0744. Использую, это глиняная маска, очень вкусная, приятная, она удаляет поверхностные загрязнения, сужает поры, осветляет, гармонизирует тусклый цвет лица, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи, да, все так, как тут и заявлено. Эта маска кокон, она действительно такая приятная, шелковистая, то есть такая хорошенькая, да, то есть и, конечно же, в результате кожа мгновенно выглядит более свежей и молодой, ну, это понятно, и смягчаются линии какие-то, да, стираются следы усталости, то есть есть все у этой маски, все это есть, артикул 0744. Так, есть у меня нарекания вот к этой штучке, значит, это у нас... Слушайте, а где же артикул? Даже артикула нет. То есть это средство для волос. Его нужно втирать в корни волос, и чтобы от выпадения, да, оно идет в волос. То есть запах сладкий, приятный, клевый, классный, но оно жирнит волосы. То есть после того, как я помыла голову, я его нанесла, и у меня и снова пришлось ее мыть потом через некоторое время. Сейчас что я делаю? Я знаю, что я сегодня, например, буду мыть голову. Я люблю после завтрака ходить в душ вот таким образом. Да, мне нравится уже, да, там сытая, довольная, немножко подвигаться после завтрака мне хочется. Или после занятий, да, после тренировки. Вот, я могу нанести перед тренировкой, да, то есть кто там смотрит, вспотела я, жирная у меня голова, грязная у меня голова и так далее, и потом уже его смываю и иду мыть голову, то есть, ну, час, там, полчаса, два часа, когда, как он у меня на голове. Честно сказать, больше не закажу, мне не понравился этот эффект, у нас есть более действенные капсулы, которые реально работают очень хорошо, и они намного более достойны, чем это средство. Вот я его вам хочу сейчас показать. Это концентрат-активатор густоты волос. У меня целая коробка, потому что я расходовала тот. Безумно понравились вот такие вот средства. Ну, одну тут уже, видите, я израсходовала. Ампулку осталось 5 штучек с артикулом 16.93. Это еще не пустышка, но просто говорю, что вот это средство намного лучше, чем предыдущее. И удобнее. Его можно сразу после душа во влажные волосы нанести. Да, то есть ноготочками чуть-чуть там повтирать, еще что-то с ним поделать. И все. То есть потом мы также там голову сушим или натурально, или феном, да, кто как любит. В общем, не столь суть важно, да. И вот этот концентрат-активатор идеальный. Конечно, голове немножко тепло, но он действует, он работает сразу. Прямо сразу, понимаете, вот вы уже через неделю вы уже увидите результат. У него две программы. Значит, первая программа идет интенсивная. Вот, это 3-4 ампулы в неделю, целый месяц нужно, то есть одной упаковки мало, да, будет, и поддерживающий с частотой 2-3 раза в неделю в течение 3-4 месяцев поддерживающий эффект. Кстати, мужчины очень много его покупают. Ну, в общем, ладно, перейдем к пустышкам. Значит, муж у меня выпил морскую формулу, честно сказать, мы ничего не поняли, но пропили. Артикул 158.30. Ну, вот честно признаюсь, да, то есть она идет с сигнальными пептидами и синергетическим сочетанием природных компонентов и органического цинка. Цинк мужчинам хорошо, но цинк он и так его пьет на постоянной основе. Кстати, цинк у нас скоро будет. Такая вот штучка. Заказала ему, говорю, давай пропьем. Не знаю, вроде бы ничего не поменялось. Не стало ни хуже, ни лучше. Дальше магний. Магний хелат. Пьем и я, и старшая дочь, и младшая дочь, и Антон. Артикул 158.01, по 2 штуки на ночь. Вот Антон, например, с него засыпает, я нет. И мой врач сейчас сказал, если вас тянет на какой-то там белый хлеб, еще что-то, то...
попейте магний, и тяга на белый хлеб со временем уйдет. Там пироженки, сладкое, вот представляете, я даже не знала об этом. Она вот недавно мне вообще это сказала. Дальше, антипаразит комплекс тот и другой. Мы его пьем совместно. Тут есть экстракт черного ореха вот в этом, 157-63. Тут немножечко другой состав, уже идет без экстракта черного ореха, называется Либеровем 156-97 артикул. Вот мой врач говорит, что сначала нужно пропить Ливер Суппорт и Гудфлору хотя бы 2 месяца, а потом уже пить вот это вот, антипаразит, когда мы с вами излечиваем печень. Ну, потому что если кто-то в организме есть, и он начнет умирать, то печени, кишечнику будет очень тяжело, если с ними что-то не в порядке. То есть сначала мы вот это пропиваем 2-3 месяца, не один месяц, как указано, и пить нужно на голодный желудок за 40 минут до еды. Вот, это все от врача, это я взяла не от себя, дорогие мои, я не врач, я не доктор. А потом уже можно месяца 2 пропить вот эти вот 2 комплекса вместе. Это по одной в день, запивая стаканом воды, а это по 2 в день. Тоже по одной баночке, конечно, будет маловато. Вот мы начали пить, у нас уже закончилось. Ливер Суппорт и Гуд Флора. Их можно, кстати, взять две таких в одну ладошку и запить. Еще и вот этим средством навести пихтовита и запить. Вообще просто идеальная смесь, поднимает иммунитет, лечит, избавляет от газов и так далее. В общем, вот это вот все вместе, да, над печенью, я думаю, все любят поиздеваться. Кто живет в городе, даже если он не пьет, не курит, не кушает сахар, там ты, все равно печень страдает, потому что он в городе живет. Артикул 156-86 от печени и артикул 156-85 от Good Flora. Дальше, значит, пихтовита, клеточный сок пихты сибирской, 157-35. Это и железо, это и иммунитет, конечно же, очень хорошо поднимается, в общем-то, да. Мой врач, прочитав состав, очень сильно похвалила, и всем ее прописывает, кто там болеет. Ее можно и взрослым, и детям. Дальше, Vision Support. Это поддержка зрения. Начала вот пить, не знаю еще пока ничего, начала пить. Очень хорошие отзывы, я не выдержала, тоже себе заказала, тоже пью. Артикул 157-09. Так, артикул ли я сказала? Да, артикул. А то я так люблю номер партии говорить, ребят. Ну, не знаю почему. В общем, очень хорошие отзывы. Дальше. Контроль сахара. Это для тех, у кого преддиабет, диабет и так далее. И вообще для тех, кто очень много сладкого ест, а это вредно, да. То есть сахар у нас разрушает мозг, способность мыслить и так далее, да. Если раньше говорили, что сахар это хорошо, то сейчас все уже на свете знают, что сахар это плохо. Вот, поэтому, чтобы не хотеть сладкого, нужно улучшать флору, а потом вот это. И еще попробуйте пропить антипаразит, если очень сильно хочется сладкого, значит, надо антипаразит пропить срочно. Потому что грибки, плесень в организме, какие-то микроорганизмы, гельминты различных видов, мы же с вами ничего не знаем, мы пропиваем, и из-за того, что патогенная микрофлора умерла и ушла от нас, мы начинаем меньше хотеть и тех продуктов, которые нам наносят вред. Вот, потому что некому их там кушать, и меньше хочется. В общем, прочитайте книгу «Мой великолепный кишечник». Дальше, значит, артикул 156-83, это контроль сахара. Пью его перед ужином за 40 минут по 2 штучки в день. Так как все-таки меня задела такая штука, как пиелонефрит, я пью про и пребиотики сейчас, и пропиваю еще пробиофул. То есть эту я пью по 1-2 раза в день, 158-05, то есть заселяюсь теперь. И про и пребиотики по 2 штучки во время ужина или после ужина можно выпить. 156-89, очень хорошая штучка. Дальше, иммуномодулятор Суппорт Комплекс. Это иммуномодулятор, который мы пропили с мужем. Артикул 156-78, не знаю, кто это выделил, тоже интересно. Это у нас именно иммуностимулятор. Вот, мы его пропили с мужем. И муж пропил еще мужскую эндокринку, потому что сейчас он худеет, ему тяжело, он скинул уже 26 килограмм, он стал такой худой, я его даже не узнаю. Конечно, он и помолодел на 10 лет, но такой худой, божечки ты мой, мне его накормить все время хочется, но я его хвалю, терплю, ничего не говорю. А ролики он мои все равно не смотрит. 156-81, эндокринка мужская. Дальше, нейропротектор. Вот у меня этот нейропротектор пил папа, и я вам могу сказать на личном примере, что он у меня стал намного лучше после инсульта соображать. То есть мы его столько лет вытаскивали, но когда пришла чистота в нашу компанию Faberlic, у папы все изменилось. Он действительно работает и работает классно. Артикул 158-29, я сама его месяц пропила, сейчас закажу, пусть пропьет его дочка у меня. Так, витамин D3, целая вереница. Сейчас
Вот так вот буду показывать, да, витамин D3, целая вереница. Почему? Потому что пьем его всей семьей. 157-77. Далее живица. 157-28 артикул. Масло кедровое живица. Вика у меня пьет по 2 в день. Кстати, забыла сказать, я по 5 в день. То есть одна штучка 2000. А мой врач сказала, что там по одной, по 2 немало. То есть взрослым людям минимум 3 надо в день пить. Минимум, да, 3. У меня по анализу вышло, что у меня очень низкий уровень. И я пила по 5 штук в день. Кому-то Лена, да, мой врач, она прям даже по 12 тысяч международных единиц в день, там 2 недели пить, говорит, а потом уже сбавляем, потому что у кого-то очень сильный дефицит витамина D3. Даже вот других специалистов на Ютубе и везде смотрю других врачей, лишний вес, оказывается, может набираться из-за того, что просто не хватает витамина D3 в организме, представляете? И D3 нужно пить пожизненно. Как минимум по 3 штуки в день взрослым. Вот у меня дочка 4000 пьет, то есть по 2 капсулки, которой 10 лет, а старшая тоже уже ей 23 года, и она уже считается взрослой, поэтому она тоже по 3 в день, как и я пью. А муж у меня пьет, он у меня большой мальчик, он пьет по 4 в день, получается. Мужчинам все равно надо побольше, они покрупнее же нас с вами, девочек. Так, значит, омега-3 Форте, артикул 157-79, биологически активная добавка в пище омега-3, это полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно в организме не вырабатываются, и пью я их по 2 штучки 3 раза в день. Ребенку даю по 1-3 раза в день, но именно омега-3. Омега-6 поддерживает воспалительные процессы в организме. Они есть практически у каждого, да, то есть омега-3, она наоборот только улучшает. Дальше я решила пропить ньютоник 157-32 артикул. Ну, слушайте, тут в составе витамин Е, В1, В2, В6, В12, витамин А, витамин С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, янтарная кислота. В общем-то, мне очень понравилось, я его пью. Как-то, да, действительно мысли светлее стали, что-то вот мне не хватало, потому что как раз витамины группы В, они очень сильно влияют на активность. Но как мне мой врач сказала, я не знаю, культурно, не культурно это говорить, она сказала, что пока антипаразит не пропьете, неизвестно витамином В, кого вы будете кормить, себя или патогенную микрофлору. Поэтому сначала нужно всегда пропивать антипаразит. Вот, так она сказала мне. Но мы уже все пропили, поэтому сейчас мы В-комплекс пьем, и плюс я вот это еще пью. Дальше, дигидрокверцетин. Его закончилось много, потому что я пью по 1-3 раза в день. Это значит, что баночка у меня уходит за 10 дней, потому что тут всего 30 капсул. Дочке мы опять-таки начали давать по 1 в день, потому что началась школа, она закашляла. Мы ее только вытянули, она опять насморк дала нам. Мы ее вытягивали вот этой штучкой, просто по 15 капель, а не по 10 капали, и она начала выздоравливать. То есть, когда сразу и ребенок пьет витамины, да плюс сразу начать лечить, можно и не дойти до таблеток, в принципе-то, да, а это очень хорошо для печени и почек. Так, значит, дигидрокверцетин, 30 капсул, артикул 157-90, это один, наверное, из самых дорогих БАДов Витаполиса, потому что это очень ценный продукт. И плюсом к дигидрокверцетину, он положительно влияет на все, на кровообращение, на сердце, на иммунитет, на мозги. То есть он прям такой вот составляющий, его открыли недавно, еще не все знают, что это такое, но штука крутая и классная. Дальше, витамин С плюс цинк. Селен мы пока заказываем на Вальберис, но у нас скоро селен выйдет в хелатной форме, да, я очень-очень счастлива. И вот такой витамин С плюс цинк, 157-89 артикул. Викуська у меня пьет по 1 в день, а мы пьем по 2 в день. Я, муж и Катя. То есть у нас тоже очень много заканчивается. Плюс, кто видел, да, как я папу с днем рождения поздравляла, я ему что-то увезла и таких 10, и таких 10, и таких 10, и таких 10. В общем, их там с мамкой, чтобы они пили. Ну, это как минимум, который нужно обязательно пить. А мама еще сказала, что она плохо соображает. Ну, как бы так и сказала. Ой, хотела отодвинуть, да. Поэтому я еще вот таких 2 баночки ньютоника послала. Говорю, а так, а поскольку тут пить? Я ей сказала, что там написано по одной дрожже 1-2 раза в день. Вот скажу ей, что по одной дрожже 2 раза в день пусть рассасывают. Они сладкие, классные, крупные такие. Их можно разжевывать, как конфетки, да, приятненькие. Так, дальше кальций К2. Он идет с артикулом 157-61. А недавно мне мой врач сказала, что пить его бесполезно, если в организме не хватает D3. То есть К2 уже есть, D3 тоже нужно пить. То есть таким вот образом. Если все это принимать вместе и вообще D3 в организме хватает, то кальций, он работает на вас. А так он откладывается, оказывается, на стенках сосудов, какие-то отложения бывают. В общем, там она очень много чего умного сказала, я вам просто рассказываю, как надо. Ну и последняя такая кучка мала. Во-первых, коралловый кальций. Наконец-то я не забываю его заказывать. 157-30 артикул. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, которая помогает нам улучшить кальций. Дальше кетчуп шашлычный. Так, артикул 160-51, жалко, что его больше нет.
Так, дальше шелковистые носки, две пары. 804-14. Фитоконцентрат. Очень любит муж его пить. Кстати, он, наверное, уже заканчивается. Я 10 штук брала, но я 2 папе отдала. И вот 3, в общем, опять осталось уже 4 штучки. 157-15. Он, кстати, идет для похудения очень хорошо. Далее, шелуха подорожника. На ней мы делаем выпечку. Я помню, что вы просили рецепт. Я его обязательно напечатаю под комментариями. Сейчас попрошу, мне напишут, и я его обязательно напечатаю. Артикул 157-64. Так, дальше. Чай бронха. Но мы печем на ореховой муке. То есть мы не печем на дрожжах. Вот это вот важно понимать. Дальше. Бронха, антистресс и гидрейн. Значит, бронха мы викуське, потому что она кашляла, она у нас пропивала. Очень хорошо. Прямо помогает. 156-69. Прямо низкий поклон компании Faberlic за такой чай. Он очень высококачественный, очень действенный. Один пакетик в день она у меня пила 3 раза в день. Антистресс. 156-67. Ну, все вместе пьем, когда чего. Вот, например, ввели маркировку, я не знала, что делать. Я взяла и 2 пакета антистресса выпила и спать легла. Думаю, бо, фиг уснешь с этими новыми законами. Так, дальше, 157-71. Это у нас гидрейн. Это пил Антон, потому что он занялся похудением очень сильно. И на ночь пил гидрейн вот целый месяц. Тут 20 пакетиков. Погодите. Да, 21 фильтр пакетиков. По 1-2 пакетика нужно заварить. Он заварил по 2. То есть второй тоже скоро уже в пустышки попадет. Дальше, значит, чай добрый. Господи, почему я сказала чай? Кофе растворимый. Добрый день. Мне очень нравится, потому что тут нужно его заваривать кипяточком, потому что он идет с добавлением натурального жареного молотого. И вкус такой поприятнее у него. Артикул 16049, хотя он сублимированный, да. И один кофе «Доброе утро». Я его не особо пью, но вот кто-то из жильцов квартиры пьет именно его. 160-48. Он идет более бодрящий, в нем более намного больше содержится кофеина, чем в этом. В этом поменьше кофеина. Вот кто любит кофе, да, может его попить, допустим, часа там в 3, в 4, в 5, в 6, и вот захотеть все равно спать вечером. Да, то есть он не так сильно бодрит. Дальше коктейль Wellness со вкусом ванили. Артикул 156-50. Скоро мой шоколадный придет. Я еще шоколадный выгружу, да. Начну пить, сниму и начну пить. Значит, вот и этот коктейль Антону очень сильно помогает похудеть. 156-50. Ну, минусом 26 килограмм, это, конечно, круто. Спасибо, Faberlic всегда поможет. Ну что ж, мои дорогие, это была куча мала моих пустышек. С вами была Клонова Аня, проект Faberlic Online. До встречи в новых видео.